Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Call Me Cage, и сегодня будет довольно прикольный рисунок. Сегодня мы будем рисовать лайк и дизлайк из Brawl Stars. Одни из самых популярных эмоций в этой игре, я считаю. Если захотите, вы можете это рисовать где угодно, дизлайк, если вы жесткий токсик. Ну, ладно, давайте не будем об этом. Сейчас вы должны обязательно поставить лайк, подписаться на канал, давайте добьем 1000 подписчиков. И также переходите на мой YouTube канал, если хотите меня поддержать. Я там буду выпускать все мои видео с самого начала, каждый день. Ну что, я начинаю. Для этого видео напоминается всего лишь что три цвета. Это голубой для лайка, красный для дизлайка и черный для контура. Берем черный и можем начинать. Ну что, ребят, для самого начала нам нужно поставить 5 клеток. Давайте это сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. 5 клеток вот так вот мы поставили. Потом мы ставим еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Но по 2 клетки по бокам прибавляем. Потом мы ставим раз, два, три клетки здесь. Раз, два, три клетки здесь. Отлично. Дальше 2 клетки тоже ставим по бокам. Все у нас симметрично, если что. Дальше мы здесь прибавляем 2 клетки. Ну и сразу же здесь. И потом мы здесь ставим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То же самое здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше здесь 2 клетки. Ну и здесь 2. Потом здесь 1. Здесь 1. Дальше здесь 2. Здесь 2. И здесь мы соединяемся. Должно получиться 5 клеток. Если все правильно, то 5. Дальше. Мы должны отступить определенное количество клеток и нарисовать дизлайк. Сейчас я посчитаю, как мне будет удобней. Ну и вам то же самое. Если вам будет как удобнее, так и столько отступайте. Ну что, ребята. Для я отступаю 4 клетки. И, значит, на вот эту, на уровне вот этой вот линии мы ставим 1. 2, 3, 4, 5, 6. 6 клеток. Потом здесь мы 1, 2, 3 ставим. Здесь мы ставим 2. Потом мы ставим 4 на 4. Ой, 2 на 2, прошу прощения. Потом мы ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот. 5 клеток по 2. Дальше. Здесь мы ставим 1, 2, 3, 4. Отлично. Потом мы здесь прибавляем 2 клетки. Здесь 1, 2, 3. Здесь мы ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше ставим 2 клетки. 1. 2 влево. Давайте здесь перейдем. 2. 1. 2 вправо. И здесь мы должны соединиться. Отлично, весь контур мы закрасили. Получилось у нас примерно вот так вот. Теперь мы должны это все закрасить. Погнали. Что, ребята, я все закрасил, теперь приступаем к разукрашиванию. Начнем мы с лайка. Берем голубой, ну это понятно. Что мы делаем? Здесь мы одну отступаем, значит, вот здесь 2. Потом вот здесь вот 2. Вот так вот здесь одну пропускаем, вот здесь 2 ставим. И здесь вот так вот соединяемся. Здесь то же самое. Вот так вот. Здесь мы одну пропускаем. И здесь на 2 выше делаем, вот так. Потом 2 вправо. 2 вниз. Потом 4 вправо. 2 вниз. 1 влево. 4 вниз. Вот так вот. Потом 5 влево. И здесь мы вот так соединяем. И все остальное, вот это вот за нашим контуром, мы должны разукрасить. Погнали. Ну что, ребята, мы закрасили. Теперь переходим к нашему дизлайку. Самому любимому у всех игроков Brawl Stars, я так думаю. Ну что, берем красный цвет и делаем все так же, только наоборот. Ну, можно запутаться. Поэтому смотрите внимательно. Выделяем здесь 2. Отлично. Дальше.
вот до сюда его выделяем, вот до этой вот точки. Потом 2 влево. И вот так вот тоже выделяем. Супер. Хорошо. Теперь мы одну пропускаем, соответственно, вот эту вот. И за вот здесь вот, вот так вот делаем. И на 2 ниже. Вот так вот. Потом 2 влево делаем. 2 вверх. Потом 1, 2, 3, 4 влево. 2 вверх. 1 вправо. Потом 4 вверх. И здесь мы соединяем. И закрашиваем все, что у нас за контуром. Погнали. Ну что, ребята, я вас поздравляю. Мы нарисовали 2 прикольных смайла. Это лайк и дизлайк. Я думаю, они достойны вашего лайка, но никак не дизлайка. Вот они достойны вашего лайка, подписки на канал. Обязательно рисуйте их в своих тетрадях. Я думаю, прикольная идея. Обязательно пишите в комментариях, что мне еще нарисовать. Может быть, из Brawl Stars, может быть, из других игр. Там, не знаю, Fortnite, CSGO, там. Что вы хотите. Ну, я с вами прощаюсь. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.